motherfucker. Нажмите любую клавишу. Смотри-ка, тут есть менюшка. Давай поклацаем. Эти музыку потише сделаем. Я так прям вот чувствую, вот где-то вот колеблюсь. Ладно, вот так может быть. Нет. В общем, блин, надо. Ну, короче, хорошо, пусть будет так. Звук-то устроил? Да, звук устроил. Все, отлично. Отлично, мазафака. Жмем играть. Sega представляет 20th Century Fox. Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа: Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серп. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе? What's up? С вами канал Ali Game, Let's Play Rock, это Alien Isolation. Давно пора пройти. И мы, значит, отправились все-таки узнать, что же с нашей матерью. О боже, у меня есть ноги! Это же замечательно. Обычно у наших персонажей нет ног, а тут есть такая мелочь. Да, игра выглядит достойно. Я даже сказал бы очень. Прочувствовал этот дух чужих. У нас есть карта? Да, у нас, смотрите, есть карта. Нам вроде как сюда. Давайте оденемся. А, компьютер. В терминалах можно сохранить игру. Окей, ничего интересного. А здесь что? Вот что-то. Emergency.
перезаписать сохраненные данные. Да. А, это типа тоже, короче, сохранялка или что? Типа душ. Круто. Ладно, пойдемте погуляем. Возможно, нам туда. Угу. А все становится интересней. Поговорить с Тейлором. Поговорить с Эммануэлем. Ладно, нам в любом случае надо поговорить с кем-то. Так, оттуда мы пришли. А, Рипли? Привет. Встали пораньше, Сэмюэльс? Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, в смысле, модель очень похожа на Android, что ли? Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Так, нужно посмотреть, что там с бабой. О, обосраться. Нихера себе. Чуть штаны не наложил. Офигеть. Да, она очнулась, смотрите. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Какая нежная. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Поговорить с Тейлор. Ну все, поговорили, что дальше? Прошу явиться на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Так, пойдемте на мостик. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка? Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Так, инструктаж. Забрать текст брифинга. Жать папку. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс. Регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Повторите. Алло, сэр. Сэр, это Торренс. Повторите, вас не слышно. Меня Торренс не Чую, там жопа какая-то. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Ха-ха-ха!
Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец! Сэмюэлс, что тут случилось? Жесть, короче, всех пораскидало куда кого-то.